Вторая волна пандемии новой коронавирусной инфекции идет на спад, и учреждения культуры возвращаются к привычной работе офлайн. Поэтому я езжу по городским округам и смотрю, что сегодня происходит в сфере культуры. Так прокомментировала свой визит в Щелково министр культуры Московской области Елена Харламова. Дистанционная онлайн-работа дала колоссальный опыт, и лучшее будет сохранено. Но все-таки театры, музеи, картинные галереи заждались живого, а не виртуального зрителя. Руководители учреждений, которые посетили Елена Харламова и глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, рассказали, как работали во время ограничительных мер, какие придумали проекты, чтобы удержать зрителей, что запланировали на будущее. В Щелковском историко-краеведческом музее нашлось, чем удивить министра. Это необычно оформленное по проекту местного архитектора Алексея Воробьева экспозиционное пространство третьего этажа. Хорошее решение очень. Да, нам тоже очень нравится. Здесь проводятся тематические выставки, камерные концерты, параллельно продолжается формирование постоянной экспозиции. Следующий этап, по словам директора Натальи Богдановой, запланирован на октябрь. У нас в этом году 500-летие первого письменного упоминания о Щелково. Мы к этой дате стараемся, конечно, как можно больше сделать исторического наполнения. Недавно музей пополнился новым мультимедийным оборудованием. Елена Харламова предложила на регулярной основе проводить кинопоказы фильмов об искусстве. Идею поддержал Андрей Булгаков. Мне здесь вот, честно нравится. Я здесь даже ключи сиротам вручал. Мне тут какая-то атмосфера хорошая. В Щелковской художественной галерее гости побывали перед открытием выставки талантливой художницы Елизаветы Андреяки. Всевозможные выставки, в том числе международные, здесь сменяют одна другую. Елена Харламова предложила развивать направление работы для привлечения молодежи, в том числе давать юным талантам возможность представлять свое искусство в стенах галереи. Не только жители Щелково любят Щелковский театр и с удовольствием посещают спектакли. Свободные места в зале только из-за санитарных ограничений по заполняемости, а так всегда аншлаг. Во время визита сюда гости побывали на репетиции бессмертной гоголевской «Женитьбы» режиссера Светланы Погодиной. Сегодня в репертуаре более 40 спектаклей, и это количество постоянно растет. Я буду делать квадратуру круга. Это такой будет мюзикл такой 20-х. Много спектаклей. В общем, у нас не бывает пустого зала, что радует. Детские спектакли разные абсолютно. У нас и русские сказки, и зарубежные авторы. Зал 50% заполнялся все время? Все время. Был такой случай, поскольку система продажи в системе онлайн, и мы посмотрели перед презентацией зрителя своего. И один был у нас 27 раз. Мы поразились. И мне было интересно, откуда они, а они из Москвы. Заключительный пункт визита министра культуры в городской округ Щелково – усадьба Гребнева. Она постепенно оживает усилиями владельца Андрея Ковалева. В любое время года здесь организован досуг для гостей всех возрастов. Но масштаб восстановительных работ такой, что не обойтись без участия областных и местных властей, в чем они и не отказывают. Плюс мы сейчас с вами находимся в исторической усадьбе, которая наконец-то благодаря Андрею Ковалеву, надо не будет скрывать, и администрации Щелкова, я надеюсь, получит свою вторую жизнь. Это все ведет к тому, что здесь будут люди, здесь будет своя атмосфера, здесь будет культура. В целом, министр позитивно оценила визит в Щелково. Наши учреждения культуры успешно справились с трудностями. Смогли и традиции сохранить, и новые формы работы внедрить. Зритель это обязательно оценит. Понравилось разнообразие учреждений культуры и разных сфер деятельности, которые есть в Щелково. И понравилось, что в отличие от многих, Щелково живой организм, который готов экспериментировать, искать какое-то свое лицо, свои новые формы. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.